Пришло время самой нашей любимой части программы. И сегодня она волшебная. И хочется начать с такой небольшой театрализованной миниатюры. То ли чудится ли мне, то ли кажется, то ли зверь добрый надо мной куражится. Игорь, что с тобой? Со мной видно на экране. У нас в гостях Дед Мороз и Снегурочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, дедушка. Здравствуйте, Снегурочка. Здравствуй, красавица. Дедушка Мороз, я вижу, вы со Снегурочкой вошли в раж. Расскажите нам, пожалуйста, поведайте, отчего у нас полгода минус 45 в Иркутске. Да не удивляйтесь, не удивляйтесь. Погода самая настоящая. Новогодняя, сибирская. Это все он сделал. Это, да, хорошо быть Дедушком Морозом, Дедушкой Морозом. У меня аж слова путаются, как будто бы заморозился язык. Расскажите нам, пожалуйста, как готовитесь к Новому году? К Новому году я помогаю дедушке, принимаем письма от ребят нашего замечательного, прекрасного города Ангарска. Готовимся к исполнению их желаний, готовим чудо. Чудо в жизни, чудо на сцене, чудо в этом мире. Правда, дедушка? Да. И самое главное, нужно верить в чудеса, и они обязательно сбудутся. И для взрослых, и для маленьких ребят. Главное – верить в чудо. И обязательно каждому в гости придет внученька Снегурочка и Дедушка Мороз. Подарочки-то всем приготовили? Ой, в этом году подарочки и желания у всех разные. Ну, я думаю, самый главный подарок мы со Снегурочкой обязательно подарим. Настоящую, теплую новогоднюю погоду, чтобы ребята на каникулах вдоволь накатались на горках, наигрались снежки. Ну, а пожелания для взрослых, конечно, чтобы отдыхали-то с умом. Это хорошо. Благодарим вас за теплую погоду. Мы уже посмотрели... Прогноз погоды будет плюс 25. О, главное, чтобы мы с внученькой-то не растаяли. Скажите, пожалуйста, а что в современное время дарят молодежи, я имею в виду малышам? Что они заказывают, что пишут в письмах, что им дарят? Ну, дети всегда остаются детьми. И, конечно, ребята просят игрушки, ребята просят различные настольные игры. Есть замечательные, прекрасные дети, которые хотят мира и добра своей семье, которые пишут и отправляют новогодние открытки. Вот мы уже с Дедушкой Морозом отправили много открыток в поддержку наших ребят, которые воюют. И ребята нарисовали настоящие новогодние открытки, сами написали пожелания, отправили их, разукрасили, нарисовали, оформили. И, конечно, сегодня ребята растут настоящими патриотами. Да, это главное, это важно. Это очень важно, да. Не все ребята желают игрушки на Новый год. А скажите, пожалуйста, а взрослые, взрослым вы даете подарки? Какие они подарки к вам заказывают? И... Взрослые, как правило, взрослым, так как они уже взрослые, и так как у них есть те самые ребята, для взрослых нет ничего важнее, чем здоровье и благополучие их ребят, их семей. Конечно, главное, чтобы в новогоднюю ночь и вообще просто, чтобы все были вместе, все встречали, ведь это, пожалуй, самый главный праздник у нас. Его все ждут, и маленькие, и взрослые, новогодний праздник. Главное, чтобы все были счастливы, здоровы. Благодарим вас за вашу доброту, за ваши подарки, за готовность сделать праздник не только ангарчанам и иркутской жене. Красавица подарка уже ждет, он просит. Хочу, люблю подарочки. Женя, что, выходи из образа бабы-яги. Я могу, давай, но не всегда. Спрашивай. Снегурочка, вы такая красивая. В чем секрет вашей красоты? О! В чем секрет, внученька? Я думаю, говорите секрет, так красиво. Секрет красоты любой Снегурочки, любой девочки, девушки, женщины в чистоте и в доброте. Это самое главное – красота. Ой.
Я прям ожидал, что вы... Да, совершенно верно, согласен, но думал, что вы добавите и криокамера с температурой в минус 40 на ночь. Ну, учтем, мы идем в ногу со временем. Да. Скажите, пожалуйста, какие планы на будущий год, 24-й? Что-то уже построили, выстроили, стратегию? Может быть, что-то придумали. Ой, вы знаете, ну, год начнется, как всегда, шумно-весело, ведь впереди множество елок, нужно поздравить всех ребят, никого не забыть, поздравить всех взрослых. Ну, и в течение года я, внученька и все наши новогодние помощники будут ждать новых-новых пожеланий от ребят, и мы их будем превращать, так сказать, в подарки будущего уже года. Да, благодарим вас. Подожди, а мероприятия какие-нибудь готовятся? Да, у нас готовится один волшебный, потрясающий, невероятный, масштабный проект, которого никогда не было в нашем городе Ангарске. Это мы немножечко приоткрыли уже завесу тайны на новогоднем голубом огоньке, поэтому ждите. И это будет замечательный, самый настоящий подарок и самое настоящее чудо для детей и для взрослых. Это 100% самый лучший подарок – это впечатление. Ну, а мы с мученькой вместе, поскольку приближаются ведь новогодние каникулы, и мы хотим пригласить всех ребят и взрослых города Ангарска, и гостей города Ангарска во Дворец культуры «Энергетик». На наши замечательные новогодние елки, которые состоятся 24 декабря и 7 января. Приходите, будет необычно весело! И каждого ждут подарки. Заинтриговали. Пойдем, мальчик. Ну что, готовим ступу и метлу? Ай да, в «Энергетик». Ой, как нам нравятся вот эти ведущие. Ох, как нравятся. Благодарим вас за то, что пришли к нам в студию. Создали такое, знаете, семейное тепло новогоднего праздника и уют новогоднего праздника. И предвкушение чуда. Да, предвкушение чуда. Под завершение нашего диалога, есть ли у вас какие-то пожелания или поздравления ангарчанам? Ну, конечно, хотелось бы пожелать добра, счастья, любви, чтобы за новогодним столом собрались все, и большие, и маленькие. Главное же это здоровье. Но уж новогоднюю погоду я сотворю. И, конечно же, мы желаем всем самое главное здоровье и мирного неба над нашей замечательной страной. Благодарим вас. Приходите к нам еще. Ну, с удовольствием. Лучше вы к нам. Все, до свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.